Их служба скрыта от глаз. Результаты их работы меняют историю. Имена многих были засекречены до сих пор. Впервые на российском телевидении самый масштабный проект об истории главного разведывательного управления – тайны военной разведки. Рассекреченные донесения и шифровки. Неизвестные подробности переломных моментов нашей истории. Документы, проливающие свет на судьбы героев-разведчиков. Мы расскажем о военной разведке то, что всегда оставалось за кадром. Соединенные Штаты Америки, Вашингтон, июнь 1940 года. Для работы в советском посольстве сюда прибывает новый сотрудник, водитель военного атташе Лев Сергеев. Казалось бы, ничего особенного. Очередной работник технического персонала. Таких в дипмиссии десятки. Должность шофера военного атташе – это одна из самых низших по дипломатическому рангу. Ниже, наверное, только дворник и уборщица в посольстве. Лев Сергеев быстро знакомится с другими шоферами, работавшими в советском дипломатическом представительстве. Никто из них не подозревает, что Сергеев не профессиональный водитель. Он профессиональный военный разведчик. И не просто разведчик, а резидент разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии. О том, кем является Лев Сергеев, знали 3 человека. Но почему его направили работать обычным водителем? Это был нестандартный ход руководства, никогда ранее не применявшийся в разведке. Он вошел в историю советской военной разведки как резидент, который использовал очень необычное прикрытие при нахождении в Вашингтоне. Оперативный псевдоним Льва Сергеева – Моррис. Центр поставил перед ним задачу в сжатые сроки в Вашингтоне создать эффективную резидентуру советской военной разведки, которая должна направлять в Москву самую актуальную информацию о положении дел в США и Европе, большинство стран которой были захвачены нацистами. Как можно создать масштабную резидентуру, находясь под таким сложным прикрытием? Но Лев Сергеев немедленно приступил к выполнению задания. Созданная Моррисом разведывательная сеть получила название «Омега». Сергеев, конечно, рисковал, потому что если бы он был разоблачен, он был бы незамедлительно арестован. К 1940 году у США и СССР сложились настороженные отношения. В их основе лежало тотальное недоверие, основанное на 2 абсолютно разных политических системах. Еще в 30-е годы Советский Союз развивался темпами, значительно опережающими все другие страны мира. Такое положение не устраивало страны капиталистического лагеря. США и Англия активно инвестировали в экономику Германии. Без их капиталовложений немцы не смогли бы вооружить армию самым современным для того времени оружием. Англосаксонские страны руками нацистов стремились решить вопрос по уничтожению советского государства, подталкивая Германию к началу войны против СССР. Однако Москва не знала, что предпримут Соединенные Штаты, если войска Третьего Рейха вторгнутся в Советский Союз. Американцы пытались держаться в стороне от европейских дел, делали вид, что они как бы далеко расположены и посмотрят, как будут развиваться события. Именно поэтому и важна была информация о позиции Соединенных Штатов Америки. 7 января 1940 года начальник одного из отделов 5-го управления РКК, как тогда называлось ГРУ, майор Федор Феденко написал докладную записку на имя генерал-лейтенанта Ивана Проскурова, в то время начальника советской военной разведки. Майор Феденко работал в разведуправлении с октября 1936 года. Считался опытным разведчиком, 2 года находился в спецкомандировке в США. В своей записке Феденко предлагал назначить на должность шофера военного атташе в Вашингтоне старшего лейтенанта Льва Александровича Сергеева. Направляется в Америку не в качестве сотрудника посольства, не под дипломатическим прикрытием, он направляется как обычный водитель
как труженик Баранки. Необычный статус резидента был выбран, чтобы никто не смог догадаться, кто сидит за рулем посольской машины. Это было в плане вот легендирования, чтобы американская контрразведка, как говорится, не села на хвост и даже не подумала, что это разведчик. Ну, простой водитель, военный атташе. Следить за простым водителем никому в голову не приходило. Ни одна разведка мира не может себе позволить столь дорогостоящих мероприятий. Проскуров был сильно удивлен предложением Феденко. Обычно разведчики работали в дипломатическом составе посольства. Он лично встретился с Сергеевым. Просто любая личная встреча позволяет руководителю любого уровня, причем самого высокого, составить свое впечатление. Человек, который представляет из себя сильную личность, это ощущается сразу в любой беседе. Они беседовали с глазу на глаз 2 часа. И в итоге Проскуров миссию Сергеева одобрил. Сергеев Лев Александрович уникальный человек. Когда его отправили в Соединенные Штаты Америки, ему было всего 33 года. Он был молод. А воинское звание у него было не очень большое. Он был старшим лейтенантом. Что рассказал о себе Сергеев Проскурову? Родился 14 ноября 1906 года в маленьком азербайджанском городке Загатала. Отец служил в армии. В семье Сергеевых было 2 детей. В 1909 году отца перевели в Махачкалу. Там он скоропостижно скончался. Денег не было, нищета, и он был вынужден помогать и матери, и зарабатывать, собственно говоря, на жизнь. С 12 лет он работал, сначала разносчиком газет. До 1924-го работал расклейщиком газет, курьером. С 1924 по 1929 год работал на гвоздильном заводе. Последняя специальность – машинист, напишет Сергеев в своей автобиографии. У него не хватало средств к существованию, и он был вынужден пойти в Красную армию на курсы военных санитаров. И только после этого он постарался продолжить службу на офицерской должности и поступил в Орловское танковое училище. После завершения этого училища, после нескольких лет службы, он был отобран в военную разведку. И неспроста, потому что его индивидуальные качества, личные качества, были, можно сказать, выдающимися. У него была прекрасная память, он был очень коммуникативен, легко сходился с людьми, вот, мог на основании разрозненных фактов делать обобщенные выводы, которые, как впоследствии оказалось, соответствовали действительности. Вот личное дело Льва Александровича Сергеева. Его специально рассекретили для нашего фильма. В аттестации написано: «Неболтлив, бдителен и умело хранит военную тайну. Много и упорно работает над повышением своего теоретического и политического уровня. Читает много исторической и политической литературы. Храбрый и решительный командир, готовый выполнить любое задание. Дисциплинирован, инициативен, к работе относится добросовестно и аккуратно». Прибыв в Вашингтон, Сергеев быстро освоился. Досконально изучил город. Знал, когда и в какой последовательности переключаются светофоры на основных и второстепенных улицах американской столицы. Водителем он был превосходным. На первых порах у Сергеева не очень хорошие сложились отношения с военным атташе, но это понятно, поскольку у него прямой начальник военный атташе, а с другой стороны он резидент, которому должен подчиняться. Также возникли сложности в посольстве, где технический состав практически не пересекается с дипломатами. Резидент и его работа подразумевает, что для связи с центром он должен работать в референтуре, в соответствующих закрытых помещениях, где помимо него находятся и представители и МИДа, и других специальных служб. Поэтому объяснить послу именно почему наш водитель использует закрытые помещения для работы, в определенной степени составляло какую-то трудность. Так в подчинении у Сергеева оказался помощник военного атташе, который был в звании майора, тогда как сам Сергеев – старший лейтенант. Какая тут субординация? Первая трудность была преодолена достаточно просто. Военный атташе убедил
посла и резидента НКВД в том, что этого офицера необходимо периодически допускать для шифропереписки. С подчиненными тремя офицерами ситуация не разрядилась, поэтому здесь Сергеев занял достаточно жесткую позицию. Двух офицеров по его рекомендации отозвали в Москву из-за плохой работы и из-за тех недостатков, которые они допускали в своей специальной деятельности. Один подчиненный был выведен на другой участок работы. Первоначально Сергееву было поставлено две задачи. Первая – создать резидентуру и ею руководить. Второе – выявлять иностранцев для их дальнейшей вербовки и отправки их в Европу. Прежде всего, это в Германию, Великобританию, Венгрию, в Румынию. Этот период, конец 30-х годов, после прихода к власти Гитлера и начала 40-х, он характеризуется тем, что как из самой Германии, так и из стран, уже оккупированных фашистской Германией, хлынул поток беженцев, и прежде всего в Соединенные Штаты. Ему непосредственно была поставлена задача искать среди эмигрантов, прибывших в Соединенные Штаты, именно тех людей, которые готовы бороться с фашизмом и которые были бы готовы вернуться в Германию для проведения такой работы. Речь шла о создании глубоко законспирированной агентурной сети на территории Германии, которая бы работала на советскую военную разведку. Однако Сергеев, читая газеты и разговаривая с эмигрантами, быстро понял, что эта задача невыполнима. О своих выводах он доложил в центр. Особо желающих вернуться в Германию в условия того режима, в общем-то, было мало, если можно сказать, что их совсем не было. Аналогичная информация поступала и из других наших разведывательных аппаратов, в частности, из Мексики и из других стран Латинской Америки, где нашим резидентам ставилась аналогичная задача. Центр среагировал очень быстро. Там согласились со своей неправотой, и поэтому Сергееву была поставлена новая задача – добывать достоверную информацию о позиции американского руководства в отношении событий в Европе, в отношении Советского Союза и в отношении развития ситуации на Дальнем Востоке, где назревал вооруженный конфликт с участием США и Японии. В Кремле не было уверенности, что руководители США поддержат Москву, если Гитлер нападет на Советский Союз. Ведь русский коммунизм пугал американских лидеров не меньше, чем германский нацизм. Моррис, прибыв в Вашингтон, докладывал в Москву о том, что Соединенные Штаты по мере приближения нападения Германии на Советский Союз занимают такую позицию: пусть немцы уничтожают большевиков, а большевики уничтожают немцев. Центр ставит Сергееву задачу по добыванию сведений, которые позволили бы советскому руководству понять направление внешнеполитического курса США в случае нападения Германии на СССР. Четко представляя, что война неизбежна, и она повлечет за собой неминуемые потери в структурах зарубежных агентурных сетей, руководство разведуправления РКК организовало работу по подготовке резервных каналов добывания и получения информации в интересах военно-политического руководства СССР. К сентябрю 1941 года Сергеев завершил создание своей резидентуры под кодовым названием «Омега». Добровольные помощники Морриса занимали важные посты в различных американских правительственных учреждениях. Их агентурные псевдонимы говорят о многом. Доктор, мастер, милорд, министр. По сию пору их подлинные имена не раскрыты, и это никто не собирается делать, но судя по псевдониму министр, очевидно, что это были достаточно высокопоставленные источники. В первую очередь Сергеев Моррис восстановил связь с тремя законсервированными агентами, которые ранее работали на советскую военную разведку, но это сотрудничество было прервано. Связь с ними была утеряна, но они охотно пошли на контакт с Сергеевым, что говорит о его даре убеждать, о его высочайшей договороспособности и о высочайшей коммуникабельности.
Один из этих трех агентов имел псевдоним «Доктор». Он занимал высокое положение в Госдепартаменте, поэтому имел допуск к очень важной информации о внешней политике США. Доктор сам привлек к сотрудничеству нескольких источников, а дальше уже все дело легло на Морриса, который вел активную вербовочную работу и смог найти источников и в Министерстве обороны, и в Государственном департаменте, и в военно-промышленных корпорациях. Также в состав резидентуры Сергеева входили офицеры из различных разведывательных служб США. В Соединенных Штатах было несколько разведслужб. Это была разведка военного министерства, это была разведка военно-морского министерства, это была система радиоперехвата, входящая в состав военного министерства. Потом появилось управление стратегических служб, стратегическая разведка. Были еще другие разведслужбы, и Сергееву удалось добиться на постоянной основе получения разведсводок, которые готовили эти разведслужбы для Рузвельта, для военного министра, для военно-морского министра. Агентурная сеть «Омега» начала активно расширяться. Практически все агенты Морриса сотрудничали с ним на идейной основе. Известен такой случай, что вот этот вот агент, который был передан на руководство Моррису, он на одной из встреч попросил дать ему $300, определенную сумму, для прохождения лечения. Моррис через тайник передал ему $1000. На следующей встрече агент $700 вернул нашему резиденту, и это свидетельствует о той честности, о той бескорыстности, с которой эти люди сотрудничали именно во имя победы над фашистской Германией. Центр поставил перед Сергеевым очень важную задачу. Советскому руководству необходима информация о военно-политических планах нацистской Германии относительно войны против СССР. И если такая война будет, то когда? Просто в предвоенные годы, после заключения соответствующего пакта, многие в советском руководстве считали, что войны с Германией в ближайшее время не будет. И у Морриса были примерно такие же ожидания, хотя впоследствии он понял, что Гитлер нападет на Советский Союз. Это одно из сообщений Морриса о планах Германии в отношении СССР. Шифр телеграммы от 28 мая 1941 года. Германия начнет враждебные действия против СССР в течение полумесяца. Это была перехваченная депеша фактического на тот момент правителя Китая Чан Кайши доверенному лицу Рузвельта, господину Керри. Чан Кайши просил передать это сообщение американскому президенту. И уже 7 июня Моррис прислал в центр донесение. В Бухаресте ожидают выступления Германии против СССР через 3-4 недели. И действительно, армия Третьего рейха вторглась на территорию Советского Союза 22 июня 1941 года. Через несколько месяцев после начала Великой Отечественной судьба резидента Сергеева переменилась. В конце 41-го в Вашингтон прибыл начальник разведуправления генерал-лейтенант Голиков, сменивший на этом посту Ивана Проскурова, который отправил Морриса на спецзадание в американской столице. У него была задача по налаживанию военно-технического сотрудничества, в том числе по линии Ленд-Лиза между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Помимо встреч по официальной линии, он встретился с Сергеевым. Он остался очень доволен работой Сергеева. И в завершающей встрече он поинтересовался у того, как у него обстоят дела с учетом его прикрытия. Сергеев откровенно сказал, что это прикрытие не позволяет ему уделять больше внимания основным делам резидентуры, потому что он вынужден большую часть суток возить военного атташе на те или иные мероприятия. Голиков немедленно дал указание в Москву, чтобы Сергеева перевели на должность секретаря военного атташе, что давало ему больше времени. Сергееву присвоили звание майора и повысили оклад, естественно. Повысили его статус в посольстве. Уже лишних вопросов не возникало.
После начала агрессии нацистской Германии против Советского Союза особенное значение для центра имела информация Сергеева о планах Токио по вторжению на территорию СССР. Для Москвы это было жизненно важно, потому что если на Западе главным противником являлся блок Германия-Италия, то на Востоке угроза исходила от третьей участницы нацистской оси – Японии. Осенью 41-го на границе с СССР Япония держала Квантунскую армию, которая не позволяла перебросить часть военных дивизий для укрепления Западного фронта. Сталин в этом отношении лично следил за ситуацией. То есть, и он просил разведку как можно четче и внимательнее относиться к этому факту. Почему? Потому что немцы наступают. У нас большое количество дивизий стоит на дальневосточных границах. Там есть танки, там есть самолеты, там есть пехота, вооружение. Часть этих дивизий в самом начале войны мы перебросили непосредственно на Запад, но только часть. А вот основная масса, она пока оставалась там. Моррис не раз направлял в центр сведения о том, что Япония не намерена нападать на Советский Союз. Эту же информацию подтверждали сведения из Токио от Рамзая, разведчика Рихарда Зорге. Рихард Зорге давал информацию о том, что Япония воздержится от вступления в войну против Советского Союза. И советское руководство не сразу поверило в эту информацию и искало подтверждение этим сведениям от других источников. У американцев была достаточно сильная дешифровальная служба. По крайней мере, все коды Японии они раскрыли еще в предвоенный период. И вся дипломатическая переписка, которая происходила между Токио и послами Японской империи во многих странах мира, ее свободно читали в Вашингтоне. И информация об этом незамедлительно поступала в Москву, что позволяло принимать наиболее обоснованное решение на японском направлении. Еще в июле 1941 года Моррис передал в центр такую шифротелеграмму. Японский посол говорил о позиции Японии относительно СССР. Ждать и смотреть. Ждать и смотреть. То есть в центре было понятно, что Япония занимает выжидательную позицию. Эта информация была очень важна на тот момент, поэтому начальник разведуправления Ильичев направил ее членам Государственного комитета обороны Сталину, Молотову, Маленкову, Берия, а также начальнику генерального штаба Жукову и начальнику главного политического управления Михлису. Осенью 1941 года, когда нацисты стали рваться к столице, на основании информации военной разведки, полученной в том числе от Морриса, Сталин принял решение о переброске восточных дивизий для укрепления обороны Москвы. Эти дивизии, мы уже об этом хорошо знаем, в конечном итоге сыграли определяющую роль в битве за Москву. Немецкие войска были разгромлены, тем самым был развеян миф о непобедимости фашистских германских войск в годы войны. Как докладывал Моррис, позиция Японии не изменится и в следующем году. Очередная шифровка от Сергеева по этому вопросу пришла в центр в июле 1942-го. Дословно она звучала так. Натянутость германо-японских отношений становится все более заметной. Но в данный момент признаков о разрыве, конечно, нет. Такая возможность может всплыть в будущем, поскольку японцы желают, что становится заметно, сохранить в отношениях с СССР статус-кво. Япония на союз не нападет, если последний не будет иметь большие потери на германском фронте. Союзники Москвы, США и Великобритания тоже занимали выжидательную позицию. Это касалось другого важного для советского руководства вопроса – открытия Второго фронта. С самого начала Великой Отечественной войны для советского политического руководства было крайне важно знать позицию союзников по вопросу открытия Второго фронта. Поэтому любая информация, которая поступала по этому вопросу, была очень ценной. И военная разведка в этой области сумела добыть очень важную информацию. И наряду с другими военными разведчиками такую информацию добывал и Лев Александрович Сергеев из Соединенных Штатов Америки. ГРУ поставила задачу всем зарубежным органам советской военной разведки добывать достоверную информацию о планах союзников. Ведь Второй фронт мог существенно облегчить положение СССР в войне. А для Советского Союза это снижение
потока резервов с запада на восток. С точки зрения военной стратегии это важный был момент. Президент США Рузвельт еще в 1942-м склонялся к открытию Второго фронта. Английское же правительство решительно выступало против высадки союзных войск, стремясь переложить всю тяжесть войны с нацистской Германией на Советский Союз. Западные, назовем их союзники, были заинтересованы в том, чтобы Советский Союз серьезно ослаб в битве с фашистами, и чтобы, вступив в войну, они как бы взяли инициативу на себя и смогли в Европе добиться таких преимуществ, вот, которые бы позволяли бы им впоследствии диктовать Советскому Союзу условия послевоенного устройства Европы, да и не только Европы, всего мира. Вот, и поэтому они тянули с открытием Второго фронта. В 1943 году вопрос о Втором фронте по-прежнему занимал важнейшее место в отношениях СССР, Великобритании и США. Существовало два главных вопроса – когда и где будет он открыт? По поводу того, что сроки опять отодвигаются, Моррис доложил в Центр летом 1943 года, после встречи Черчилля и Рузвельта в Квебеке. Сергееву удалось добыть подробности тех канадских переговоров на высшем уровне. Он докладывал, что в этом году открывать Второй фронт уже поздно. Единственная возможность – весна 1944 года. Также он сообщал: они боятся, что Советский Союз будет основной силой в Европе. Отсюда тенденция не спешить со Вторым фронтом, дабы обескровить Советский Союз и диктовать ему свою политику. На Квебекской конференции Черчилль и Рузвельт решили, что объявят советскому руководству об открытии Второго фронта на первой встрече Большой Тройки. Она должна была состояться в Тегеране в ноябре 1943 года. В ходе подготовки к Тегеранской конференции советскому руководству было крайне необходимо иметь полное представление о позиции каждой из сторон. Получив информацию из Квебека, Москва сделала свои выводы. Лондон и Вашингтон на помощь идти не торопятся. Было понятно, что на Тегеранской конференции надо дожать союзников, получить от них четкие обязательства по открытию Второго фронта именно в 1944 году и именно в том месте, которое бы устроило Советский Союз. В целом, Сталин достаточно хорошо был информирован о возможных шагах и Черчилля, и Рузвельта, ну, Рузвельта в первую очередь, в ходе этих переговоров. И в этом заслуга Морриса и его резидентуры. В одном только 1943 году Центр получил от Омеги 2401 секретный документ и 420 срочных донесений. В том числе Моррис передал много ценной информации по поводу того, где будет открыт Второй фронт. По этому вопросу у союзников было много разногласий. Наши говорили, надо во Франции, Рузвельт соглашался, а Черчилль нет, надо вот в Африке, в Адриатике. Он хотел сохранить свои зоны влияния, исконно, которые Великобритания имела в этом. Советская сторона настаивала на высадке союзнических войск в Северной Франции, в Нормандии. Хотя на тот момент существовали три потенциальные точки прибытия союзников во Францию – пролив Па-де-Кале, район Британи и Нормандия. Первый вариант был самым удобным в плане логистики и организации высадки. Но немцы ждали удара именно оттуда и создали там самую мощную линию обороны. До Британи пришлось бы слишком долго перебрасывать экспедиционные войска. Поэтому Нормандия была оптимальным местом начала операции с тактической и политической точек зрения. Нормандия – это наикратчайший путь с Британских островов и на континентальную часть Европы. И для морского, и для воздушного десанта, и движение сопротивления, в общем-то, на территории Франции к этому времени набирало свою силу. Поэтому Нормандия более был предпочтительный маршрут. Помимо высадки в Африке или на Балканах, Черчилль также предлагал осуществлять совместное наступление союзников через территорию Италии, где войска США и Великобритании высадились в 1943 году и двигались по ее территории на север в Центральную Европу. Разные были варианты. Сталину нужно было наверняка четко понимать, или это будет Нормандия, или это будет дальнейшее развитие
войск на Апеннинском полуострове, да, и, соответственно, нанесение удара по вермахту с южного направления. Высадка союзников произошла все-таки в Нормандии. 6 июня 1944 года. В тот момент уже было понятно, что СССР сам может диктовать условия. И когда ему уже совершенно ясно стало, что Советский Союз способен самостоятельно одержать военную победу, вот тогда и было принято решение об открытии Второго фронта. И именно Моррис и его резидентура добывали совершенно актуальную информацию, которая была потом подтверждена жизнью, практикой. Закулисные интриги западных союзников продолжались и на финальном этапе Второй мировой войны. Еще в 1944 году из Вашингтона в центр стали поступать сведения о контактах американской разведки с представителями германского командования. Немцы искали пути заключения сепаратного мира. Когда был открыт Второй фронт, англо-британские войска стали стремительно наступать в сторону Берлина. Германские войска не оказывали им такое ожесточенного сопротивления, как они оказывали такое сопротивление войскам Красной Армии. Тем самым многие позиции просто сдавались англо-американцам в расчете на то, что англо-американцы после окончания войны будут оказывать им какие-то услуги, какие-то, значит, пособнические там дела, ну и так далее. Как сообщала советская военная разведка, несмотря на открытие Второго фронта, контакты между англо-американцами и представителями руководства Третьего рейха велись и в 45-м. О чем они пытались договориться? 17 марта 1945 года начальник ГРУ Ильичев направил Сталину и Молотову специальное сообщение, в котором приводилось содержание расшифрованной телеграммы министра иностранных дел Германии Риббентропа немецкому посланнику в Ирландии. «Устно доведите до сведения видных английских и американских лиц через посредников или другими путями, что Германия защищает Европу от большевизма, и что в конце концов она будет вынуждена выбрать между миром с СССР и миром с Англией и США». То есть, по сути дела, Германия намеревалась вбить клин между союзниками и поставить британцев и американцев перед довольно лукавым выбором. Спустя два дня, 19 марта, в центр из Вашингтона от Морриса поступила еще одна шифротелеграмма. В ней содержалась важная информация о встрече представителя Министерства финансов США с сотрудником МИДа Германии, который заявил, что Германия готова начать массовый обмен военнослужащими и создание демилитаризованных зон безопасности. Немцы готовы были пойти на всяческие уступки, чтобы вступить с Соединенными Штатами в альянс. Высшее руководство Третьего Рейха прекрасно в это время уже понимало, что рано или поздно Красная Армия закончит победоносную войну в Берлине, и в этой ситуации им надо каким-то образом было решать свою дальнейшую судьбу. Поэтому они искали опоры и всяческой помощи на Западе в лице американцев и англичан. По ряду направлений донесения Морриса носили совершенно эксклюзивный характер. Так он первым доложил в Москву о планирующихся в Швейцарии переговорах резидента американской разведки Алена Даллеса с обергруппенфюрером Карлом Вольфом, высшим руководителем СС и полиции в немецкой южноевропейской группе армий. О чем они говорили? Мои личные требования – это мир для немцев. О капитуляции, отдельной капитуляции германской группировки в Италии и с тем, чтобы в дальнейшем эти силы были использованы против Советского Союза. Берн, особняк специального ведомства Соединенных Штатов Америки. Этот сюжет всем хорошо известен по фильму «17 мгновений весны». Все мы видели фильм «17 мгновений весны», когда советская военная разведка докладывает верховному главнокомандующему об этих переговорах. Часть биографии Льва Сергеева была подарена штандартенфюреру Штирлицу. Скажите, кого вы видите канцлером будущей Германии? Кесселринга.
Полученная от Морриса информация свидетельствовала о том, что союзники нарушили договоренности, запрещавшие секретные контакты с представителями гитлеровской Германии, а также договоренность о том, что капитуляция может быть только полной и безоговорочной, и всему антигитлеровскому блоку. Но почему тогда союзники пошли на эти тайные переговоры? Дело в том, что и американцы, и англичане не хотели, чтобы Советский Союз занимал лидирующие позиции в Европе и диктовал планы послевоенного устройства. Страх перед Советским Союзом, что большевизм, коммунизм придет в Европу, вот и толкал их на вот эти вот сепаратные переговоры. После известия о сепаратных переговорах последовал дипломатический демарш советской стороны. Нарком иностранных дел СССР Молотов выразил американскому послу в СССР Гарриману отрицательное мнение относительно ведущихся в Швейцарии переговоров. Когда об этом узнал Сталин, а он узнал об этом из донесений Морриса, он написал очень жесткое письмо в адрес Рузвельта, где потребовал впредь такие сепаратные действия не допускать. Рузвельт написал Сталину, что, видимо, вас, ваши информаторы неправильно информировали, на что Сталин ответил: «Мои информаторы меня держат в курсе всех дел». В переписке с Рузвельтом Сталин отмечал: «Я понимаю, что известные плюсы для англо-американских войск имеются в результате этих сепаратных переговоров в Берне, поскольку англо-американские войска получают возможность продвигаться вглубь Германии почти без всякого сопротивления со стороны немцев. Но почему надо было скрывать это от русских?» Результатом этих контактов Сталина с американским президентом явилось то, что в состав переговоров был включен представитель советской разведки генерал-майор Кисленко. Его кандидатуру лично утверждал Сталин. По итогам работы за годы Второй мировой войны резидентура Сергеева «Омега» по количеству и качеству добытых материалов была признана одной из лучших в военной разведке. В год от Морриса поступало где-то до 400-450 телеграмм, до 20 тысяч листов секретных и совсекретных документов из различных американских ведомств. Таких результатов никто в предыдущей истории советской военной разведки достигнуть не мог. Сергеев был талантливым руководителем. Все отмечали его блестящий ум, оперативные способности, умение находить нестандартные пути решения сложнейших проблем. Сергеев добился выдающихся результатов. Его информация, которая поступала в центр, всегда получала очень высокую оценку и неоднократно докладывалась лично Сталину. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной, Лев Сергеев был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и медалью за победу над Германией. Также высокие правительственные награды получили и другие члены резидентуры «Омега». Это уникальный случай в истории советской разведки. По представлению разведуправления в Москве, три источника получили ордена Ленина, один источник – орден боевого Красного Знамени, один – просто Красного Знамени. Один источник получил орден «Знак почета» и еще один – медаль за боевые заслуги. Ни один из агентов, помогавших Сергееву в годы войны, не попал в поле зрения американской контрразведки. Не было ни одного провала, их имена не были раскрыты. Именно поэтому до настоящего времени их настоящие имена скрываются. Есть такая шутка в разведке, что героями-разведчиками становятся те, кто потерпел провал в первую очередь. А те, которые успешно работают и не потерпели провалов, те или вообще остаются неизвестными, или становятся известными гораздо позже. Вот Моррис как раз из таких. Данные Морриса всегда были точны и достоверны. Они часто опережали события, которые должны были произойти на советско-германском фронте или в Великом треугольнике, вершинами которого были столицы США, Великобритания и СССР. После войны полковник Сергеев продолжил службу в центральном аппарате ГРУ. А после окончания службы был членом организации ветеранов военной разведки, часто выступал перед молодыми разведчиками.
Лев Александрович по праву пользовался заслуженным авторитетом среди военных разведчиков. За полгода до смерти в 1994 году он написал завещание, в соответствии с которым его квартира и все его имущество передавались в распоряжение военной разведки.